Для белоглинских блюстителей порядка акция «Цветы для автоледи» стала уже традиционной. В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД Белоглинского района совместно с членами общественного совета отдела МВД и волонтерами поздравили женщин-водителей с наступающим весенним праздником. Спасибо огромное. Хорошего настроения. Спасибо огромное. Спасибо большое. И вас с наступающим праздником. Внезапная остановка автомобиля госавтоинспектором всегда настораживает. Но после поздравления на лицах женщин расцветали улыбки. Теплые пожелания дополнили весенние букеты цветов, открытки, сладости и отличное настроение. Сотрудники ГИБДД совместно с волонтерами поздравили наших прекрасных автоледи с этим весенним замечательным днем. Пожелали оставаться такими же здоровыми, красивыми, цветущими, молодыми и обязательно быть всегда законопослушными участниками дорожного движения, быть примером. Не остались без внимания и женщины-пешеходы. Волонтеры-участники акции напоминали им о соблюдении дорожных правил, проявлении таких качеств, как внимательность и осторожность, одаривали букетами весенних цветов и открытками.